13 пожарных машин в узком переулке на Львовской. Сегодня горела квартира в 22-этажной высотке. Возгорание произошло на 5-м этаже здания. Обошлось без пострадавших. Дома в тот момент никого не было. Дым заметил охранник, который набрал номер 101. Поднялся на этаж, стучал, там никто ни дверь не открыл. Только кот кричал и все. Вот. Через дверь дым не было слышно, а только вот валил через... Окна были открыты на проветривание. Кота и декоративную крысу из горящей квартиры вынесли спасатели. Жильцы дома также успели быстро эвакуироваться. Причины пожара сейчас устанавливаются. Предварительно огонь разгорелся в жилой комнате. По привлеченным местным рятувальники установили, что горит домашнее майно у квартиры на 5-му поверсі. Вогнеборці локализовали о 15:46 та о 15:52 ликвидовали загорання на площі 5 метрів квадратних. Этот пожар насторожил местных жителей. Говорят, на месте погорельцев может оказаться каждый из них. В доме, по их словам, не соблюдены меры противопожарной безопасности, а въезд во внутренний двор только один. Вторые ворота ведут уже на территорию гидромета. Город принял дом без пожарки. И мало того, что без пожарки, они еще и пытаются нас наклонить для того, чтобы мы делали эту пожарку за миллионы.